Есть стандартный журналистский вопрос. Кем бы вы стали бы, если бы не стали там режиссером? Я так понимаю, что вы бы не пошли бы по следам там Кончаловского, живописца, вы бы стали бы, наверное, археологом. Не знаю. Нет? Нет, я бы, может, стал дирижером бы. Угу. Меня очень, так сказать, это всегда волновало. А, может быть, если был бы голос, завидовал всегда замечательным певцам. А за романтическими и семейными движениями своих детей вы насколько пристально следили? Только настолько, насколько им было это нужно. Угу. Довольно странно, допустим, девочки со мной делятся тем, чем бы я не хотел, чтобы они со мной делили. Вот как? Да. Настолько это откровенно и, так сказать... До сих пор? До сих пор. Так. Но это особая степень какой-то близости и доверия. Ну, про девочек мы имеем в виду только дочерей, про внучек еще... Нет, ну там все другое. Mm-hmm. Про дочерей. Ну, вообще, вы знаете, это не запрещение или... я помню, ко мне пришла Аня, абсолютно готовая на все, и сказала, что я буду жить вот с тем человеком. Uh-huh. И она была готова к тому, чтобы я сказал, что? Uh-huh. Хотя я мог так сказать, потому что это было не то, что ей надо, как я понимал. Uh-huh. Она заплакала от бессилия, потому что сказала, пожалуйста, твое право, только запомни, как тебя зовут, какая твоя фамилия, и как будет развиваться дальше твоя жизнь? Как ты будешь выходить из того положения, в которое ты попадешь? Вот и все. И было ровно это. Она сделала то, что хотела, и через 2 месяца она это все закончилось. А если бы я сказал, что запереть под ключ, все это было, продолжалось бесконечно, мучительно, и закончилось бы не знаю чем. И тут дело не в том, что все можно, а дело в том, что когда ты любишь человека и уважаешь его, ты должен совершенно точно знать, какие ноты, какие струны, какие звуки касаются его существа, вот реально касаются существа. Это очень важно еще в актерской, в режиссерской профессии. Я предпочитаю прийти на интервью абсолютно, так сказать, чистым, как лист. Тогда ты не становишься рабом сформулированных, так сказать, ответов. Поэтому... Как спросили, так, учитывая, что качество ответа заключается вообще и зависит от качества вопроса, я очень к Жене отношусь с уважением, я люблю его, и мне всегда с ним интересно. Поэтому тут совершенно не важно, о чем говорить. Тут важно, как, опять же, мама говорила, не важно, что важно с кем. Поэтому я люблю к нему приходить и, так сказать, всегда знаю, что это, по крайней мере, мне будет интересно.